И в продолжении темы. Апелляционный суд не снял подозрения с бывшего вице-мэра Зинаиды Цверенько. Сама подсудимая на слушание не явилась. Экс-чиновницу подозревают в служебной халатности, повлекшей смерть трех девочек. Подозрение остается. Досудебное расследование будет завершено в срок, который был указан ранее в определении следственного судья, то бишь в срок, который ограничивал и сторону защиты в ознакомлении с материалами уголовного производства, а именно до 25.04.2018 года. После этого будут приниматься действия, направленные на составление обвинительного акта и направление его в суд. Напомню, пожар в детском лагере «Виктория» случился в ночь на 16 сентября прошлого года. На пепелище нашли останки трех девочек. Кроме Зинаиды Цверенько и Натальи Цокур, в случившейся трагедии обвиняют и бывшего директора лагеря Петроса Саркисяна. Он единственный находится под стражей. В служебной халатности подозревают инспектора по противопожарной безопасности и его непосредственного начальника.